Республиканский учредительный съезд новой политической партии «Белая Русь» пройдет уже завтра, 18 марта, в Минске. Солигорский район представит 9 человек. Там будет представлен итоговый вариант программы, которая собрала в себя пожелания людей из всех регионов страны и социальных групп, представителей разных профессий и видов деятельности. Реализация программы позволит саккумулировать потенциал гражданского общества с его последующей ориентацией на решение общественно значимых задач с учетом ценностных приоритетов белорусского народа. Сформировать достойный ответ на геополитические, экономические, информационно-пропагандистские вызовы и отстоять национальный суверенитет через построение сильной экономики и опору на собственный исторический опыт и традиции. Обеспечить оказание всесторонней поддержки власти по сохранению безопасности Республики Беларусь и защите прав и свобод граждан.